Всем привет, с вами миссионер Джейн. Поехали, что ли? Ведьмаки, они колдуны, только чуть похуже. Похуже? Ага, потому что у них яйца отсыхают. Пожалуй, я пойду. Что? У тебя такой в семье? Мои соболезнования, вот уж несчастье. Кто сказал этот бред? Какое здесь раздолье? Для убийцы монстров здесь работа всегда найдется. Чего? Женский голос? Ладно, глюк, ладно. Да я так тебя отделаю, ты меня навек запомнишь, ты... Успокойся, все хорошо. А, так вот, что она имела в виду, когда говорила, что она его отделает. Ой, извиняюсь. Ну просто ничего не понимаю, что она имела в виду. Поэтому я к нам придется убить больше. Геральт. Лучше доставать серебряный. Какой-то странный мужик бегает по полю с мечом в присядку. Отгадайте загадку. Опять стихами говорю. Да что ж такое? А в темноводье жизнь кипит. Бурлит вода, содрогается земля. Стирая грань былых обид, темноводье, родина моя, что я несу? Нет, это сюда не подходит. А, вон он! Иди сюда, дорогой. Скалопендрик. Цеметаврик. Альф! Ничего не видно. Я ничего не вижу. Включите свет. Прожекторы. Камера. Мотор. Грайверы, грайверы, альгули, гули. Сколько извращений. О, нет. Нет. Ах ты. О, нет. Вот, блин. Совсем оборзели Альпы в наше время. Прям средь бела ночи. Кровь пьют. Средь бела ночи. А есть такая песня «Белые ночи», нет? Да хватит меня бить-то из-под тишка, вы посмотрите на него, а. Нехороший альгуль. Совсем плохой, совсем спортился. Погодите. Мы убили Цеметавра. Что за часть тела у Геральта висит на поясе, а? Это что такое? Это что за цветок мухоловки? Ничего не пойму. Откуда он ее взял, а? Что это такое? Ладно, главное, что мы отдадим это Салтысу. А дальше уж он пусть сам разбирается. Что ему с этой ерундой делать? В деревне, наверное, и подневаем. Мы же не ночуем, а дневаем. Ты стареешь, бабуля. Эх. Все стареют, бабуля. Ты иной. Как интересно. Здесь воняет. Ну а что я сделаю? Вот за одну ягу и убьем. Ягу. Ягу. Яга, иди сюда, яга. Нос большой, а толку никакого. Стоп. 7 аренов за ночевку, да ну вас. Вспомнила, сколько стоит ночевка. Нет, раньше она стоила 5 аренов. Почему сейчас-то так подорожало? Целых 7 аренов. Я что, миллионер? Ну, не миллионер, конечно. Денег у меня много, но... денег у меня сейчас много, но мне 7 аренов жалко. Хотя это, я не знаю, на что это похоже. Это не похоже на голову, это не понять, что такое. Геральт, что у тебя на поясе болтается? Я вот не пойму. Прикрывать — это значит прикрывать. А не лезть на рожон. Лезть на рожон — это я всегда делаю. Даже когда прикрываю. Это часть моей природы. Куры, куры, куры. Извините, куры, даже вы меня сегодня не радуете. Как все долго. Лютик! Стоять!
Чуть было не упустила его. Вот ты что делаешь, а? Вот ты что делаешь? Слов нет. Где тебя носило? Где только его не носило, я бы сказала. Опять виверны. Подраться с ними, что ли? А что нет? Внесите свой вклад в благородное дело науки и получите награду. Платим чистым золотом за 10 мер, друиды. Ой, какая я умная, не продала кровь пиявки. Я обалдеваю сама с себя. Контракт на цимитавров. Опять офигеваю со своего ума. Я опять же не продала все челюсти цимитавров. Идут за мной. Вот. Ой, ладно, ладно, ладно. Солнышко сияет, птички поют, успокойся, миссионер. Идиотизм просто. Почему они так поступили? Потому что дебилы. Жутко не нравится. Люди странные. Да вот именно, вот я вот тебя сейчас вот сильно вот поддержу. Вот прям ты правее всех правых была. Люди убивают нелюдей, нелюди убивают людей. Люди убивают людей, нелюди убивают нелюдей. Прощай. Они кричалки придумали. Ради прогресса нет вырубки леса. Ну что за чудные создания? Ага. Целая куча вообще этих пиявок. Как можно так жить? На битва в день. Я старый больной человек. Он старый больной человек. Видели? В драку кинулся. Я говорю, у меня вопрос. Он, а мне плевать. Это называется старый больной человек, да? Мы сейчас здесь встретим абсолютно безжалостного, жестокого человека. У которого абсолютно нет жалости к людям. Здорово, Захин! Как я тебя понимаю! Вот Василиском бы еще сюда побольше, за них много опыта дают. Штук 10, а лучше, знаете, сразу бы, чтобы призраков 40 на меня сразу бы напало, и 10 Василисков и 20 Фледеров. Что-то я размечталась. Темно здесь, жутко, страшно, холодно и так далее и тому подобное. Я типа боюсь. Я боюсь, я трепещу. Дальше по плану у нас что угодно, кроме милосердия. Ух ты, а как это звучало? Что угодно, кроме милосердия. Это как этот, какой-то лозунг прям. Ну что, будем фигней страдать, да? У нее озвучка более человечная, чем у альпов тоже. О чем я говорю? А! Нет! Твою через плечо! Извиняюсь, у меня эффект кошки пропал. Все? Могу подышать свежим воздухом? Свежим воздухом? На болотах? Я даже стрыгу расшевелила. Не получишь ты, Геральта, такого вкусненького, не-а, не получишь. Ой, ой, ох ты ж, ёл, оперный театр. Геральт, скорее просыпайся, хватит меня жрать. Ах ты, ох. Голые бабы! Голые бабы жрут! Какая игра может еще этим похвастаться? Это нечто! Я только сейчас оценила всю иронию этой ситуации. Геральта жрут голые бабы! Геральт, это твое возмездие. Это тебе наказание. Ты достал меня в натуре! Что ты вообще сюда за мной пришел?
Кстати, если прокачать ловкость, то можно даже утопцев бить силовым стилем. Нет, ну нормально, он подбегает и убегает. Дурак. Совсем дурак стал. О, из огня да в полымя, да? Опять? Гаркайны. Походу, не только не только гаркайны, призраки. Цеметавры. Етить. Бруксы. О-о-о-о-о, куда это мы попали? О, открылась сама Сим-Сим. И бестиарий врет очень часто. Помните описание, как появляются кокатриксы? Петухи-извращенцы. Ой! Я еще когда впервые тебя увидела, ты уже был котлеткой. О! Тут еще один спрятался, баловник. Ты посмотри на него. Уйди нафиг! Не мешай профессионалу работать! Yes! Мы это сделали! Оно свершилось! Это все можно продать. Тоже деньги какие-никакие, я знаю. Знаю, что это принадлежит не мне, но нам сейчас нужно срочно помогать Лютику. В конце концов, я на протяжении всей игры основной не жаловалась, что мы тут немного не свое прибираем к рукам. С чего бы мне теперь начинать? Да, вот такая я злая. Но это только в игре. Только в игре. Знаете, вот как в мультфильме «Остров сокровищ». Деньги, 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 век бы их не видать. Спасибо за внимание. Сейчас, наверное, будут убивать. О чем это я вообще говорю? Мы в Ведьмака играем. Я смотрю, горячие бедра-то еще не такие горячие, потому что даже надпись не повесили еще, что это... Заведение для ночных путников. Не плачь, тебе это идет. Вот твои деньги, а теперь оставь меня в покое. Не плачь. Отстань, бродяга, с меня хватит побоев. Испугался. Сейчас я как краб доберусь до выхода. А что, он так гораздо быстрее передвигается. Интересный метод, я не понимаю, почему я за всю игру этим толком не пользовалась. Блин, я чуть язык себе не сломала. Вы поаккуратнее, это очень травмоопасно, очень травмоопасно. Я не приучена такое читать. Да ты бедненький. Надо помедитировать. Наверное, у меня еще язык заплетался, потому что я пьяный. Вообще логично, да? Это не готика, где... За то, что ты лезешь в чужой ящик, можешь в бубен получить. Держи ключ, но учти, что входить в дом по нечетным дням плохая примета. Это приносит несчастье. Ну ты права вообще. С ума меня сводишь. Бывает. Может, еще нечетные недели будут, а? Мне что, тут 7 дней торчать и ждать, пока четная-нечетная неделя наступит? А как люди возвращаются домой? Нет, извини, друг, сегодня я домой не пойду, сегодня нечетный день. Так что ли, я не пойму. Блин. Блин, ты достал, Геральт, реально, я тебя буду ругать. Я буду ругать тебя. Будешь так делать. Зачем так делаешь? Что, вам жалко, что ли? Убудет? Вам убудет, я спрашиваю? Ну, теперь-то точно убудет. Но разработчики нам руки связали совсем. Они связали нам руки спереди, перекинули их через голову и привязали еще... Еще сзади привязали. Вот что они сделали. Запретив мне прокачивать уровень. И Лара здесь более мягкая, что ли? Меня-то учить не надо. Уже тертый калач.
А он, кстати, не нырнул. Вообще, по идее, в жизни ему бы... как долбанулся бы головой об эти ворота. И там пески выглядели, как будто кто-то кремом намазал на хлеб. Зачем я такое сравнение привожу? Не знаю. Намек понятен, да? Вот сейчас нам надо вернуться к этой статуе и нагло залезть к ней в рот. Это же Tomb Raider. Таймер. Ой. Ой, бояй! Нет, просто есть такие люди, которым недостаточно надписи. Недостаточно надписи «опасно» или недостаточно надписи «запрещено». Потому что есть еще такая надпись, как «строго запрещено» и «очень категорически запрещено». Это что за... как же это так выразиться? Это что за степени запрещения? Если запрещено просто, значит запрещено. А категорически запрещено, это что, втройне запрещено? Привет, мумия. Давай, поднимайся. Ну, я по тебе особо-то стрелять не хочу. Да и это бессмысленно. Поводим хороводы. Сейчас, по идее, Лара должна кричать. О май гад! О май гад, help me, help me, help! Но она этого не делает. Но от этого же история не интереснее не становится, правильно? Ну вот и все. Это было так сложно убежать от него. Прям сложная сложность. Да что ж такое, тут все изи. Даже то, что не изи, изи. Ребята, здорово, как я рада вас видеть, мои дорогие, мои хорошие, умные. Ну, это я, конечно, переборщила, что умная, но все равно. Я рада вас видеть, ребята. Ты это, Лара, давай заканчивай мне перечить. Я знаю лучше, что тут делать надо. За шест. Тихонечко. Я! А, нет. Нормально все. И мы покинем эту локацию, в которой я засыпаю. Лара, ты еще не спишь, нет? Значит, только я. Давай! Ура! Ура! Ей! Дау! Блин, у меня все шансы на то, чтобы выиграть. Опять единица. Я не хочу выигрывать. Ю-ху! Я проиграла! Ура! Фух, я уж, если честно, думала, что я выиграю. Часто проигрывала, сама себе, да. Я просто люблю играть честно. Только никому не говорите. Только не мыши, нет! Ну что я вам сделала? За что, мыши? За что? Ну, это такое игровое волнение. Разумеется, если Лара сиганет вниз, я не стану тут верещать, кричать. О, господи, что это случилось? Почему? За что? Нет, так, конечно, не будет. Не надо меня бодать. Ищите мышей ядрить! Могу этих мышей расстрелять, как они меня достали в натуре! Если я буду над каждой аптечкой хныкать. Разве ж я стала бы тогда искателем приключений? Нет! Нужно быть брутальным игроком. Вот так. Никаких розовых слоников. Только быки. Черные жесткие быки. Да что ты хочешь?
Я ж все равно тебя скину. Ее у меня один раз. А... Чего? Лара? Лара, ты здорова? Ну нафиг. Где здесь Цефала, который может отвалиться, если я выстрелю из... из гранатомета ослепляющими зарядами? Где Цефала? А где Буйкишва? Кто понимает, о чем я? А чё это вы убегаете, да я не пойму? А? Вы чё убегаете? Я не позволю вам убежать. Вы что, серьезно решили, что я вот так просто вас отпущу и совсем... Что ли? Я прям боюсь. Один убился. Извиняюсь, но один убился. Это, конечно, очень грозно звучало и очень пугающе, но я никак не ожидала, что он сорвется. Сколько раз играю в эту игру, я вижу это в первый раз. Я не знаю, как здесь быть. Попытка номер один, я буду вести отчет. Это просто место, на котором Лара раз 200 уже... Оу! Чего? Чего? Серьезно, с первого раза на записи? Я думала, сейчас опять начнется вот эта бесконечная беготня по этим веревкам. Упала, загрузилась, упала, загрузилась. Лара, что с тобой? Ты чувствуешь, что я тебе записываю? Настоящая романтика, не правда ли? Было бы еще более романтично, если бы здесь была парочка лезвий. И еще каких-нибудь опасностей. И вообще была бы настоящая романтика. Ну, у каждого свои понятия о романтике, правда? И нет одного скелетика, но тут есть еще один. Здорово! Какой я нехороший гость. Да блин, чего ты хочешь? Уже не важно. Мы же ищем библиотеку! Нормально, да? Вот приходим в храм Посейдона, располагаем трезубцы, чтобы спросить: эй, скелет, а как пройти в библиотеку? Но он нам ничего не ответит. Библиотеку придется искать самому. Вот так вот всегда. Мешают развиваться человеку. Вот прям мешают. Тихо. Тихо, сейчас зацепимся. Лара! Блин! Еще раз. Давай, цепляйся. Вот, ровно. Мы ровно переч... Лара, твою... Ладно. Давай еще раз. Еще раз давай. Ой. Да твою ж белку за стол посадить. Там внизу огромный булыжник, который так и норовил Лару расплющить. А вот обломался. Обломался, в общем. В рот статуи залазить. Вот, Лара, вот что ты за невоспитанный человек, а? Ай! Не знаю, залезать в рот какому-то либо ни было существу, это как бы нарушение личного пространства. Мы сейчас нарушаем личное пространство данного льва. Мне кажется, видеоигры могут пагубно влиять только на тех, у кого с головой не в порядке. Нормального человека они не спортят. Ну, я не хочу сказать, что я человек нормальный. Я совсем не хочу это сказать. Вот ведь баловница. Ой! Ха, не схватила. Сегодня ты без ужина. Что это такое? Какая-то ерунда на ножках. Давай скорей, ползи! Ползи, родная, ползи! Еще немного. Так, все, теперь он нас не стрясет. Обязательно, если цепляешься руками, обязательно какая-нибудь дрянь прилетит и будет тебе жрать. Ларка, ты факел потеряла? Что делать-то будем? Ладно, сейчас.
Это не он. Да куда он улетел-то, блин? Етить! Где-то он должен быть. Нет, не сюда это точно. Что за издевательство надо мной? О, нашла! Странно, он что, в текстуры провалился? Вообще странно. А зачем тогда она нужна здесь, эта дверь? Вообще ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Пошли обратно. А-а-а! Твою свинью накрасить как модель, серьезно что ли? Только не саранча, нет, ну за что, ребята? Все, разлетелись. Летающие козлы. Давай сюда. Давай, давай, давай. Да ё-моё. Бычара. Ну давай, что ли, сюда, на меня. Ой, блин, это надолго, кажись. Это надолго. Уровень врата цитадели. Это мы, наверное, сейчас здесь и есть. Ладно, разгонимся. Точно, мы как раз здесь. Поехали. Красотка, поехали кататься. Извините, крокодильчики, стоите на пути, мешаете. Отвалите все, я неприкасаемая. Началось, все, пришли ниндзя. Но я знаю, что это не ниндзя, но может быть и ниндзя. Но мне нравится их называть ниндзя. Слово такое прикольное, ниндзя. Не особо-то они ниндзя. Раз так легко сдаются. Короче, это не ниндзя, но я зову их ниндзя. Вот, сейчас мы вроде бы как включили огонь, но на самом деле мы его выключили. Пускай лучше будет с запасом. О, там наверху... Чувак! Чувак! Тут нужно покопаться в каждом из четырех окошек. По-моему, подвоха здесь нет. По-моему, нет. Даже как-то странно, а почему нет подвоха? Эй, разработчики, а почему подвоха нет? Что за беспредел? Нужен подвох! Можно было, в принципе, наверное, поступить еще по-другому. Открыть двери в пирамиду заранее, а потом просто туда побежать. Ну, это как-то слишком сложно, хотела я сказать. А вот то, что я сейчас делаю, это не сложно. По-моему, я это как раз-таки усложнила все. Привет! Кто это? Ты кто? Чудо! Неважно. Уже неважно. Что? Это как так получилось-то? Ах, точно! Вот я тормоз. Не поняла, как мы здесь оказались. Весь уровень состоит из люков. Из люков. Весь уровень. Я уже путаюсь, где они есть, а где их нет. А где их нет? Они везде есть. Оба-нашечки, это что ж за няшечка? Это патроны к револьверу. Да что ты, золото, ты где? Ай, ты скучала, пока мама собирала припасы. О, это... Это просто скорпион. Просто ядовитый скорпион, ничего страшного. Опять? Ой, я думала, это собака. Совсем, да, спутать скорпиона с собакой? А мне как-то говорящая обезьяна и особо-то и не нужна. Лишь бы свое дело сделала. О, стоп. А вон она. Слышь, обезьяна, ты что делаешь? Жесты показываешь, что ты не разговариваешь, что ли? Или это ты меня так культурно посылаешь? Что ты там делаешь? Эй, алло! Ты чем там занята-то? Алло, все двери закрытые. Ты вообще зачем сюда пришла?
У тебя работа есть, я жду, пока ты ее сделаешь. Я же наверх залезть не могу. Давай залезай. Вот, нам в эту дверь нужно. Она вообще никаким образом ее не открывает. А, вон она, полезла. Обезьяна какая-то с очень плохой памятью. Теперь что мы делаем? Теперь мы делаем ноги. Ладно, вот так сделаем. О, получилось 4. Какой я все-таки гений. No. Что значит no? Это ж 4 литра. Считать я еще не разучилась. Да, походу перышко на другой стороне лежит. Вот это тяжелое перышко. Нужно к нему как-то безопасно спуститься. Вот так попробуем. Это называется безопасно спустилась? Неплохо, что?